я хочу представить вам. Кто не пришел, тот виноват, кстати. Но я так думаю, ребята начнут петь, и начнется беготня по полянке. Значит, дорогие друзья, я хочу представить вам наш замечательный сюрприз. Трио из города Санкт-Петербург, Россия, которые поразили нас, случайно открыв наш концерт наших взрослых детей, который называется Musical Journey, или, как мы знаем, в переводе означает «музыкальное путешествие». А Мира, ребята, если я что-то не так скажу, поправьте меня, Мира Ольховик, правильно? Вот она, с скрипочкой. Андрей Максимов, это было легко прочитать. И Алла Белова за клавишами. Итак, дорогие друзья, можете даже не прекращать разговаривать, потому что они вас забьют, тем не менее, своими голосами. Вот. Я попрошу минуту внимания, аплодисменты, Musical Journey. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро всем. Good morning, ladies and gentlemen. We would like to remind you that photography and video performance is allowed. Итальянская песня «О соле мио». Thank you.
исполнить для вас песню из мюзикла «My Fair Lady». Я танцевать хочу! Песня Эльвита в обработке Абрадорса. Исполнить для вас песню Анюты.
Прозвучит дуэт из рок-оперы «Юнона и Авось». Oh,
Народные песни. Эх, Настасья! Эх, Настасья, ты, Настасья, отворяй ворота, отворяй ворота, принимай комбонца, Лёшеньке, люлюли, принимай комбонца. Ух ты, Настасья! Частым дождичком сечем, ой, муженьки, люли-люли, частым дождичком сечем. Ах ты, Настасья, пляши! Частым дождичком сечет, ветевое сердце жжет. Ой, муженьки, люли-люли, ветевое сердце жжет. Черемуха. Под окном черемуха.
сейчас, в заключение нашего блока выступлений, прозвучит уже звучавшее вчера попурри на еврейские песни. Дорогие друзья, пока ребята готовятся, я просто очень быстро хочу сказать, что их приезд в Америку был, ну как бы, мы не рассчитывали на них, не рассчитывали на нас. И насколько мне известно, люди, к которым они приехали, друзья, они пытаются устроить какие-то концерты для них. Об этом будет сообщено на фейсбуке клуба «Синий троллейбус». Если будут какие-то концерты в Нью-Йорке, может быть, в других штатах поблизости, ну, в общем, будете знать, сами приходите, приводите друзей. Пожалуйста, прошу вас.
вы поняли? Мы забрали их диски. Мы будем приглашать ребят еще на свет, наверное, если вам понравилось, конечно. Я не уверена. Андрей.